Впервые за вековую историю Государственный архив Ульяновской области приобрел новое специализированное здание, в котором разместится самое современное оборудование, позволяющее изучать историко-документальное наследие Симбирского и Ульяновского края в полном объеме. Ведь у нас документ сосредоточен с период с 16 века и по 21 век. И, конечно, храня свыше миллиона единиц хранения документов, как мы, архивисты, говорим, миллион бесценных архивных дел, мы чувствуем свою ответственность, чтобы это сохранить. В новом здании будут располагаться два зала – читальный для исследователей и выставочный, в котором в настоящее время монтируется выставка «Симбирская провинция в эпоху Великой Российской революции». Это уникальный совместный проект федеральных и региональных архивов. Мы впервые фактически после 1991 года снова вспоминаем про историю революции не какими-то такими обычными, либо положительными, либо отрицательными штампами, а стараемся ее показать через документы. Сейчас в здании завершается финальная отделка, а открытие состоится уже через несколько дней. Госархив станет подарком ко дню города для жителей областного центра. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.